Всем приветик, девчонки, мальчишки, добро пожаловать ко мне. Сегодня у нас с вами будет очередной бомж-обед, эконом-обед на 10 рублей. Отправимся с вами в Ашан, сделаем там закупку, потому что вы требуете и просите бомж-обедов. Да и сама люблю я так покушать, очень вкусненько, сытно, да и недорого. Что тут скрывать? Не забываем подписаться, кнопка выглядит вот так, подписки. Жмите колокольчик, но я погнала в Ашан за мега-закупкой. Горох 29 килограмм стоит, начнем с горячего блюда, с первого. Блин, пакеты забыла взять, сейчас пакеты берем. Горошка, ну, где-то вот так, горсточку сейчас возьму. Сразу взвесим его, 15 на 3 рубля, 42 копейки. Картофель 15 стоит, возьмем пару картошек. Как же хорошо, когда сейчас картошка хорошая. Две картошечки возьму. Так, вот три возьму. Морковь 25. Так, а лук сейчас посмотрим. Сейчас давайте взвесим. Блин, не работает. Лук сколько? Золотистый 33. Вот, 27 рублей. Лук репчатый. Мне, пожалуйста, головку лука одну. Вот она моя лежит, ждет меня. Так. Лук на рубль 57. Кабачки дорогие, 64 рубля вообще. Хотела кабачок сделать, оладушков, но нет. Так, картошечку нашу родименькую взвесим. На 4,74 вышло. И теперь морковь одну сейчас возьмем, и все, за 25 рублей. Вот она, вижу. Морковочка на рубль 10. Ну что сказать, в принципе, моя закупка вот она. У меня тут получилось, что горох, картофель, лук и морковь. В принципе, все. На питье мы сейчас с вами будем природными богатствами довольствоваться. Соберем сейчас яблочки. Ну, в общем, сейчас что-нибудь найдем. Явилась, не запылилась. Чек мой вышел ровно 10 рублей. Прям... О, сейчас палец уберу, а то не видно вам будет. Прям тютелька в тютельку у меня сегодня. Вот так мы его приблизим. И все тут отлично и хорошо. Давайте теперь готовить уже будем. И вот он мой, значит, пакет с продуктами. Прям несла. Думала, надорвусь. Луковица, вот она от нее, морковь, горох и картофель. Значит, что мы первым делом? Конечно же, поставим вариться гороховый суп, потому что все-таки горох будет вариться долго. Почем нынче горох? По 29 рублей килограмм. На 3,40 вышел вот этот вот супец. Горошек высыпаем в ковшик. Так, горох у меня готов, помыт, вымыт, выбрит, начищен. Так, и теперь, значит, наполиту его. Ну и, собственно, будем варить, как всегда, чтобы, главное, пенка не убежала, то сейчас, как всегда, будет вся плита тоже. Значит, тем временем, пока у нас варится горошек, мы с вами будем картофель готовить. Морковь нужно будет почистить. Так, помыть, почистить. Тут, правда, морковочки, как котик, наплакал, но ничего. Лучок тоже помыть, почистить. Лук у нас стал сейчас 27 рублей килограмм стоит. Вот так, немножечко подешевел. И картофель тоже помоем, почистим. А картошка по 15 рублей. Такие-то у нас сейчас цены. Ну что ж, у нас картошка почищена, морковь тоже, лук тоже. Значит, морковь я добавлю к супу гороховому, половину луковицы тоже. И картофель мы будем с вами жарить. Будет сегодня у нас на обед, у нас будет сегодня жареная картошка. Тоже половину луковицы на суп, так это на суп, это у нас пойдет сейчас на жарку. Так что нарезаем картофель брусочками. Ой, одна укатилась, не хочет жариться. Немножко плохо. Кстати, картофель, ну, еще он хороший. Ну, вроде не конец зимы, а только начало еще будет. Ну, вернее, сейчас только еще осень, какая зима. Что-то я уже тут спешу. Не терпится мне, наверное, на санках покататься. Так, ну, вот так сейчас нарежем.
Ну что ж, теперь давайте пожарим картошку. У меня тут немножко капельку масла я налила. Ну, без масла совсем никуда, сами понимаете. В любом случае, у нас найдется у кого-нибудь капелька. Ну, если что, можно всегда к соседу сбегать. Ну, вы знаете, в курсе. Все, и дальше на сковородку бросаю картофель. Лук потом, попозже, а то сгорит. Так. Накрываю все это крышкой. Дальше у меня тут варится горох. И знаете что, он даже у меня не убежал. Все прекрасно и хорошо. Ну, вроде он должен быстро свариться, как по виду он был молоденький. Ну, это я так прикинула. Ну, вроде он уже начал развариваться. Ладно, пусть пока варится. О, картошечка одна. Убежала, а? Нет, не убежишь. Вот так, и так есть нечего, еще ты мне тут убежать собралась. Ну что ж, значит, морковь с луком я порезала на суп. Так, дальше вот этот лучок я добавлю сейчас в картошечке. Вот так его сверху, чтобы они вместе мне тут поджарились. Вот это тоже все оставшееся. И теперь я еще хочу посолить это и поперчить. Вот так у меня тут мой пакетик. Это что у нас? Соль. Вот, соль, перец. Это из Икеи соль, перец. Можно на халяву взять. Ничего страшного. Вот так. Солички две добавлю. Одной мало будет. Чую я. Что-то перемешиваем. И дальше оставшаяся морковь, лук я добавляю сюда в суп, потому что горох уже все-таки, мне кажется, он уже почти сварился. Быстро он варится. Сейчас я это добавлю, сейчас вот так перемешаю, покажу вам. Вот видите, он уже начал тут развариваться. Картофель приготовился, пожарился, все, не буду его накрывать, а то он сейчас весь обмякнет и не будет такой зажаристый. Супчик уже тоже приготовился, я смотрю. Так, хочу сюда добавить три пачки соли, вот такие маленькие, и два перца черных, поострее, чтобы было. Все это перемешаю. Ну, в принципе, он уже готов, горошек. Ладно, если что, догрызу, вроде нормально, потому что мне уже просто есть очень сильно хочется. Поэтому ждать мне некогда особо. Так, значит, суп я, наверное, сразу весь вылью. Ну, вы же знаете мою норму супа, 5 половников. О, тут как раз-таки целая тарелка мне и вышла. Тем более без хлеба, а то есть и так нечего. Так, картофель тут уже нас ожидает. Так, ну что ж, подождала еще где-то 10 минут, чтобы у меня суп, значит, остыл, а то язык-то обожгу. Хоть и сахар имеется, но все равно опасно. Ну, что я вам хочу сказать. Давненько я гороховый супчик не ела. Все для меня любимый сегодня. Если б не эконом-обед, я бы не знаю, когда его ела. И вообще, я вам хочу так сказать. Если б не эконом-обеда, я бы много чего не ела. Если б не обзоры, тоже. Ну ладно, давайте попробуем горох. Тут хоть сварился. Не совсем, немножко внутри еще твердоватый. Ну а так, солички еще не хватает. Сейчас подсолю еще. Да, надо немножко соли добавить и все-таки перца. Вот два перца добавила, а он все равно не чувствуется. Такое ощущение, что его и нету. Хотя, в принципе, села тут две ложки. А то сейчас будет во рту гореть. Да что, соль? Нет, тоже перец. Соль, вернись. У меня кончаются запасы соли. Надо где-нибудь их добыть сегодня. В кафешке просто не хожу. Вот. Экономлю на обедах, поэтому... У меня еще, кстати, вот такой чаек имеется. Помните, мы с вами сухпайок пробовали, ели? Вот оттуда чаек. Может, мне как-нибудь его разрешите на бомж-обедах, ну, заварить, там, съесть? Ну, а что он лежит? Я его специально и оставляла для этого. А то пропадет, зараза, пропадет. Ладно, давайте есть теперь суп, пробуем опять. Вот, теперь получше. И во рту загорело. Картошки сюда можно вообще не добавлять, но без картошки чудесный. Горох, он идет самодостаточный, плюс он идет сытый. То есть вот этим супом я съем и наемся часа на 2-3, плюс картошка сейчас заем. Да вообще, зачем тут картошка, когда она у меня вот она имеется чудесная. Давайте попробуем. Что нам суп? Тут картоха вот она остывает. Вообще чудесно. Такая мягенькая, такая вкусная. Боже, как я тебя давно ждала. Сначала съем картошку, потом супом догонюсь. Картошка обворожительна. Сегодня без чая, без напитка. Хотела сходить в лес
за яблоками. Да не успела, блин. Обед надо было снимать. Не успела сегодня, правда. Потом хотела компот сварить. Да, но не нужен. У нас сегодня жара. Жарко очень. Так что этот компот был бы лишним. А то от супа и так пот сейчас бросит, а еще и компотом потом запивать. Лучше просто водички, тем более зачем суп, компот потом. Просто воды хватит. Что с перцем я переборщила, теперь острое получилось. Так я и думала. Картоху съела. Суп, наверное, доедать не буду, потому что я съела полтарелки, но вместе с картошкой мне просто это много. Я бы съела бы и весь бы суп, если бы ела один суп, не было бы картошки. Так, ну что, было все прекрасно и хорошо. Шуток про горох вы сегодня не услышите. Не-не, даже и не ждите, их не будет. Нет, все, хватит. Нашутились. Что бы вы там ни говорили, но суп был хорош. Обожаю такой простой, просто гороховый суп. Можно еще его в блендере, и будет вообще тоже неплохо, так сказать. Ну что, я сейчас запью это водой, потому что мне перец все-таки во рту горит. А теперь рубрика наша с вами любимая «Ответы и вопросы». Три вопросика, три ответика. Значит, первый вопрос Катерина мне написала. Аня, возникло две идеи. Первое, сделать романтический ужин именно из продуктов фикс-прайса. Да, у меня, кстати, такая идея тоже была и будет. Просто, ну, я так вечно туда хожу, прикидываю, и там нет того, чего мне нужно. И вот в некоторых магазинах, я знаю, есть колбаса, но у нас в городе ее нету. Сыр, например, я видела по обзорам, тоже есть, но у нас его нету. Как будет, так обязательно сделаем. Дальше. Сделать торт из продукта фикс прайс, тем более взбитые сливки там появились. Да, это идея, спасибо большое. Торт я тоже думала сделать и сделаем обязательно. А взбитые сливки, это вообще чудо-чудно. Так что, ребятки, ждите, в скором будущем будет тортик из фикса. Ну, романтический ужин тоже никто не отменял. Следующее. Мария Донна написала. Прощай, желудок. Здравствуй, гастрит, язва, онкология. Туда у нас всех это ждет. Гастрит, язва и онкология. Не без этого. Так что, кто тут правильно питается или, ну, тоже от этого не застрахован. У меня таких тысячу примеров. Даже мой дедушка, например, всю жизнь ел правильное питание. И что? Он умер от онкологии. Не пил, не курил и правильно питался. Так что, ребята, и у меня таких примеров сплошь да рядом. Мы от этого не застрахованы. Все там сверху видно, кто и сколько будет жить. Так что, ну, конечно, и во всякие тяжкие тоже не надо пускаться там. Но в любом случае, никто от этого не застрахован. Так, и дальше Мария написала. Кстати, это моя подписчица давно, я знаю, она со мной с самого начала. Ну, по крайней мере, она мне комментарии всегда пишет. Я знаю своих подписчиков, которые со мной с самого начала в лицо, так сказать. Анютик, привет, когда будут влоги? Влоги будут в октябре. У меня, кстати, есть влоговый канал, ссылка в описании будет. Подписывайтесь, кому интересно, как я ем, как я живу. Потому что многие спрашивают, что ты ешь. Все это там я снимаю, показываю. Но сейчас у меня отпуск до октября, поэтому немножко от них отдыхаю. Поэтому подписывайтесь, влоги там будут тоже обязательно. Скоро, девочки, скоро будут влоги и мальчики. С вопросиками повопросили и поотвечали. Дальше, ребятушки, вот такой у меня сегодня был бомж-обед, эконом-обед. Ну что я вам скажу, что было все чудно хорошо, как всегда. Ну да, так оно и было, все чудно и хорошо. Я прям наелась. Ну, что мне там надо, много не надо. Не забывайте писать комментарии, а я сегодня буду с вами прощаться. Всем пока-пока, до скорых встреч. Любые идеи от вас тоже приветствуются. Пишите все в комментариях. Пока!